Так. Готов. Там готов. Пошел, пошел. Принял. Упираемся. 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 Побежали. Бежим, бежим, бежим. Все, летим. Летим. Усаживайся. Ну чё? Нормально. А вот за эту сейчас брать или не надо? Не, пока не надо, не трогай. Хорошо. Я скажу когда. До этого момента, если за нее держаться, любой порыв нас дергает. Мы отцепляемся от троса, и дальше мне придется чудеса акробатики демонстрировать, чтобы нам не покалечиться. Да, красота-то какая. 135 метров высота. Наберем мы, наверное, метров 170 при текущей погоде. О, уже 190 набрали, смотри-ка. 200. Ништяк, вообще. Дергай! Есть, молодец. Та-ра-ра, вот Мос камеру теперь перехватывает. Да не имеет, все нормально. Мос ее там между ног опустить, снизу вверх на крыло там поснимать. Ой, зачем же он по веревке-то едет? Ну, вроде ничего. О, поток. Сейчас будем набирать высоту пытаться. Со скоростью 30 сантиметров в секунду. Он дохлый совсем. Ручку-то можешь дернуть, ой, бросить это уже. Что, страшно? Ну, честно говоря, немножко все равно есть. Что больше, страшно или кайфово? Ну, прекрасно, я считаю. Принял. Отлично. Так, поточек был хороший. Где-то он тут у нас. Вот. Сейчас попробуем еще повыше набрать. Узенький он только, а так хороший. Сережа, учебный полет, Алексей готов, пошел, пошел. На старте штиль. Принял. Поактивнее его можно срывать. Не укачивает? Угу. Хорошо. Так, пододелся наш поток. Своего рода охота, как за грибами там, да, кто-то ходит, а я вот невидимые потоки восходящего воздуха на охоте читаюсь. Да, какая профессия, все равно, мне кажется, тяжелая она, нет? Слушай, или это любовь просто, любовь? Я до этого работал полжизни системным администратором и техническим директором в инвестиционной компании. Угу. Я когда эту карьеру наконец-то смог бросить и начал только летать, а потом и катать, я счастливее стал во много раз. Угу. В деньгах я потерял, конечно, существенно, но ощущение, что я вот прямо в моменте людям радость дарю, это стоит, ну, чего угодно, короче, никаких денег это не стоит. Угу. Да, красота-то какая вообще. Хочешь крутанем что-нибудь? Нет. Нет? Так мягенько и летаем? Да. Договорились.
Обрабатываем восходящие потоки. О, опять пузырик пришел. Ты, давай, запусти. Где это? Вот он пузырь. Красота какая, это да, стоит дорогого. Господи. Так. Ну, потихонечку на высоту сейчас будем сбрасывать. Угу. Поэтому надо будет себе готовиться. Да, правильно. Белла! Угу. На обе ноги вместе. Угу. Опа! Не подвернула ничего? Не. Рядки? Да. Опа. Стоп. Так. Отлично. Смотри. Да, это стоит очень, честно говоря. Ну, расскажи об этом в камеру. Прекрасно. Инструктор прекрасный. Спасибо.